Ох, так, ладно. Помогите! У меня язык прилип к столбу! Мама! Папа! Помогите! У меня язык прилип к столбу! Боже! Это как так? Стол прилип к столбу? Ой, стол прилип к столбу! Да, класс! Бедный мой язык! Да как с ним хорошо быть с неприлипшим языком, а с нормальным? Ну, конечно, быть хорошо с неприлипшим, а с нормальным языком. Ну, только теперь он у тебя какой-то растянутый довольно-таки. И, наверное, замерз. Посмотрите на мою пятую точку. И что? Если за 3 секунды успеешь подписаться и поставить лайк, то я сотру кое-что. 3, 2, 1. Молодец! Я сотру кое-что. Так 4 плюс 4 сколько будет? Будет попа. Какая попа? О боже, ух уж эти обезьяны. 4 плюс 4, так, если... Вы только посмотрите, будет 8, и это случилось из попы обезьяны. Это же 8! Обезьяны, которые совсем тупые. Видимо. Фу, как невкусно пахнет. Кто же с этим носком-то проходил? Что так воняет? Ну, не знаю, но он правда... Фу, правда невкусно пахнет. Потными носками. Да, согласен, потные носки, точно забыл. Да еще и волосатые. И в какашках, видимо, еще походили. Ну да, потому что они слишком странные. Но знаете, я уже не могу это нюхать, представляете? Здесь так не ароматно. Ну, точнее, ароматно здесь, но другими запахами, не хорошими. Поэтому нам нужно избавиться от запаха и... Теперь вкусно пахнет цветочками. Стоп. Это была девушка с волосатыми ногами и с вонючими носками. О боже! Вот это да! Я просто в шоке! Вы представляете, девушка, ну такая, представьте себе. Это вообще как-то нелогично. Теперь змея нормально себя чувствует. Расслабилась. Ох, я так хочу поскорее выпить кофе. Но я в скафандре. Слушайте, я инопланетянин с планеты Земля. Точнее, человек, и я в скафандре. Я кофе выпить не могу. Как мне его выпить? Маску снять не могу. Задача. Я инопланетянин с планеты Земля. Точнее, человек. Как мне выпить кофе? Если я в скафандре. О, боже. Это супер сложно. А оказывается, это так. Ох, как вкусно, ням-ням-ням. Я просто обожаю кофе. Вы только не представляете, как я его обожаю. Да, я прям уже представляю, как ты его обожаешь. Представляете, я прям сижу и такая думаю, как он обожает кофе. Да, в кавычках. Если что. Кто прячется под кроватью? Какая красивая нога. Я прям так ее и хочу съесть. Она такая аппетитная, ароматная. Господи, какая ароматная? Ты что, бабайка какая-то под кроватью, которая лазит? Ну, получается, он просто высунул ногу, так, может быть, ногу убрать? Ладно, кто прячется под кроватью? А это на самом деле котик. Сейчас я съем эту ногу! О, как страшно! Но на самом деле, если вот эта бабайка, котяра, говорил то, что эта нога такая аппетитная, ароматная, так вот, что он хотел. Этот кот хотел съесть просто. Ну, это сразу понятно, мне кажется. Кто украл арбуз? Знаете, я так люблю арбузы. Я тоже люблю арбузы. Представляешь, я беременна. А представляешь, у меня такие большие эти... Ну, вот это вот ты видишь. И знаете, у меня минишка такой большой. Кто украл арбуз? Если у этой девушки, ну вы сами все понимаете. У беременной вообще шар. У этого вообще змейка. Какая-то фигня. Получается, вот здесь прятались арбузы. Вот, оказывается, что-то скрывал.
я люблю арбузы, но только не те, а эти. Что, это было не я? Да-да, не ты, да ты сразу говорила, там, выпендриваюсь и все такое. Ну, зачем так делать, не понимаю. О, боже. Помоги забить гвоздь. Точно, я молоток забыл. Ну ладно, получается, и так сойдет и этим ножиком. А ща я забью этот гвоздик. А почему он не забил, у меня такой вопрос. Все еще не забил этот гвоздик, вообще просто. Угар. А, здесь надо доску брать, конечно. А как его забить? Это? Или что? Так давайте все стерем. Тогда получается это так. А, может быть, вот, а, вот так. Эш, о, все, забил гвоздик. Теперь он в доске. В доске, да? Понятно. Все-таки это было легко просто от этой штуки отрезать самое это. И типа там будет такой кирпичик и палочка, и получается молоток. На самом деле, ну, хотя да, молоток. И еще здесь такая деревяшка. И этот гвоздик. И молоток. Мы забили молотком гвоздик. Гениально. Просто Амельку открыла. Проведи операцию. Я авокадик. Точнее, баклажан. Я уже перепутал себя с авокадом. Знаете, мне так плохо. Что тебе плохо? Ну, сами посмотрите. Смотрю. У меня появился новенький баклажанчик. Что? Баклажан родил баклажанчика. И как его зовут? Баклажащинка. Баклажащинка? Нет, баклащинка. Баклащинка? Да. Ой, баклащинка. Это такое имя, да? Да, я его сама придумала. А, гениально, отлично. Просто классно. Разреши спор. Разреши спор? Да пусть спорят, я им разрешаю. Это мой мишка. Нет, это мой мишка. Это мой мишка. Нет, мой. Сколько вы там еще спорить будете? Я вам разрешила спорить. Да вы что все еще спорите? Это мой. Нет, мой. Ай, ладно, все, я уже не могу. Этого мишки не стало. Ой, представляешь, я думала, то, что мы зря спорили. Я тоже так думаю. Как же хорошо, когда нет мишки. Да, просто отлично. Зато они тебя не спорят, представляете? А, как мило. Сотри лишнее. Ха, что ты на меня пялишься? А ты что на меня пялишься? Они разговаривают, а я ни с кем не разговариваю. И старая кассета, которая никому не нужна. Уже дисками сейчас пользуются, понимаете? Какая грустная. Подайте мне, пожалуйста, салфеточку. У меня нету ее. Простите. Поэтому надо сотреть лишнее. Это. Нет? Тогда, может быть, это? О, привет, я что-то тебя не заметил. Да, я тоже заметила, что ты меня не заметил. Прости. Прощаю. Да, просто гениально. О, я тебя не заметил. Это я не заметил, что ты пришла. Что нарисовал татуировщик? Давайте посмотрим. А, смотрите. Заказчик просил именно вот такого льва. Настоящего льва. Какого он нарисовал? А, понимаю. Вообще просто... Наверное, Жиза. Развесели заключенного. Что ты тут делаешь? Я тут рисую 4 палочки и еще одну палочку. Получается 5 палочек. Еще мне какую-то посылку прислали, которую я не могу распаковать. Ох, как скучно. Ну а как же развеселить заключенного? Смотрите сейчас. Смотришки, смотрите, кто он. Чё ты там меня смеёшься и показываешь пальцем? Сейчас я тебе Вовчу покажу. Ну реально смешно, вы только посмотрите. Такой полицейский такой стоит. С огромным пузом. Да еще и с лепесточками. И еще с какой-то палочкой.
И еще с кучей перьями. Но посылку он так не распаковал. Логика. Отпусти шарики. Я не хочу отпускать шарики. А что это было за бра? Это чисто зомби. А, куда вы шарики полетели? А что с моей рукой-то улетели? Верните мою руку обратно. Сорян, эта рука уже улетела. Зомбяк такой. Я не понял, где моя рука? Помоги сделать селфи. О, смотрите, какая я красивая. Это мой этот... Как его там зовут? Я не помню. Ну, в общем, у меня тут столько много волос. А вот сейчас фоточка отличная. Пришлось заплестись для специального этого фото. Ох, как интересно, это чистый инстаграмщик. Представляете, я сегодня... Вот, представляете, это телефон. Представляете, я сегодня сфоткалась, и у меня были распущенные волосы. Волосы. Ох, как отлично. Распущенные волосы. Я не россиянка, простите, видимо. Волосы. Приготовь попкорн. О, боже, уже приготовили весь попкорн, а я не взорвался. Я не стал попкорном. Как же это так? Я не взорвался. Все взорвались, а я нет. Что это такое? Я не понимаю. Так, ладно, давайте поможем попкорну. Может быть так? О, ну наконец-то я взорвался. А тебя я как все. Такой же старенький и маленький. Как может быть попкорн быть стареньким, я не понимаю. Найди рыбу-шар. Что? Рыба-шар? Так, может быть крабик этот? Я танцую крабика. Ладно. Где рыба-шар? Что происходит? Меня сейчас поймают! О боже, я-то думала то, что мы нашли рыба-шар, а мы ее нашли. Но она, эта рыба так испугалась, то, что ее скоро куда-то заберут. Включи музыку. Слушайте, у меня наушники 2 метра от меня. И я что-то вам совсем не слышу музыку. Что мне делать? Обезьянка, наушники от тебя в 2 метра. Вот представьте, вот здесь... Я не могу снять наушники. Вот здесь у меня наушники. Я не слышу музыку. Что мне сделать? Просто их надеть сюда. Как же это не элементарно. Ну а как включить музыку? Я откуда знаю вам, как ее включить? А, что? Что это такое? А, обезьянка! Ах уж это обезьянка. С листиком ходит. Вы понимаете? Как мне включить музыку? Я вообще не понимаю. Что здесь? Давайте все стерем. Просто вот все и до идеальности. Ну, я слушайте. Может быть так? А, нет, до меня не доперло. Я думала их сделать беспроводными. Кстати, идея. А, нет. Это плохая идея, потому что здесь нет проводов. Они уже и так беспроводные вошли в набор. Так, если получается, у обезьяны беспроводные наушники. Ну, а как нам включить музыку? Так, может быть... А, мне кажется, у нее есть одна догадка. Так, давайте вот так попробуем. И смотрите, сейчас так. Скорее всего, это так, потому что другие варианты не подходили. А, вот как это надо было, оказывается. А я все тупила. Че, блин, тут тупить-то? Все ж понятно, обезьяна это обезьяна, конечно. Пум-пум. Это знаете, что у меня в голове будет завтра на контрольной работе? Это обезьяна. Тун-т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 ун. И в итоге, как всегда, я сдам экзамен на 2, на 3 или на 4. Что скрывает кит? Я ничего не скрываю, знаете? Ну да, мы уже представляем, что ты ничего не скрываешь, но на самом деле за китом скрывается малейшая, точнее громадная такая бутылка с кораблем. И получается, знаете, такая рыба поплывает и такое это сжирает, но не проглатывает. Ну или проглатывает, я не знаю, и получается такой большой кит, большой-большой кит, понимаете?
Что он скрывает? Я расслаблен. Я тоже расслаблена. Так, ладно, все, встаем. Так, что он скрывает? Знаете, за его бородой он ест длинные спагетти. И еще, знаете, они едят палочками это все. Я суши роу не могу есть палочками, а здесь уже не говоря об макаронах, спагетти. Найди баскетбольный мяч. Так подтягиваемся. Че ты тут сидишь-то? А ты что подтягиваешься? Я же не могу. Ну ладно. Где баскетбольный мяч-то? А я здесь. А я подтягиваюсь, чтобы забить. Но потом, когда буду играть в баскетбол. Поняла. Вот теперь я только сейчас и поняла. Ого! Что это такое? Ну, я лично не знаю. Поэтому ставь лайк, если понравилось это видео, подписывайся на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а пока, приглядывайте следующее мое видео. Увидимся там!